Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова, и как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами свежим буксом, называется Point 2 ADS, где нам дают возможность абсолютно без вложений на просмотре сайта в серфинге зарабатывать денежку. Регистрация здесь наипростейшая, друзья. Прописываем, что почта. Так, логин, имейл, пароль 2. Повторяем пароль, разгадываем капчу. Нажимаем регистр. Далее на почту нам приходит письмо. Подтверждаем аккаунт. Зайдем в логин. Разгадываем капчу. Вход по имейлу и паролю. Так, дымовые трубы. Разгадываем, заходим. Здесь мы зарабатывать будем в поинтах. Значит, в данный момент у меня на балансе 150 поинтов. И раз в неделю они конвертируются уже в USD. Здесь написано, что осталось 6 дней. Как-то так. Давайте даже переведем на русский. Так. Следующее распределение в долларах США через 6 дней. Видим. Это баланс баллов. Мы вот эти поинты собираем. Потом они конвертируются в доллары. Вот. Также здесь есть кран. Мы можем раз в 2 минуты собирать вот эти баллы на кране. И также ПТС АДС Букс. Кликаем кран. Также вот здесь это все можно. И нам раз в 2 минуты дают 50 поинтов. Кликаем. Парковочные часы. Подтверждаем. Следующий. Так, опять капча у нас. Такси. Подтверждаем. Next. Так, возвращаемся. Ну, бывает такое. Я делаю так, перезагружаю страничку. Такое у меня было уже. Разгадываю капчу. Мотоцикл. И теперь пример. 5 + 8. Разгадываем капчу. Это у нас будет 13. Кликаем клейм. Всего 2. Ой, через 2 минуты как бы опять будет кран доступен. И мне начислили 50 поинтов. Дальше идем. ПТС. Это мы просматриваем серфинг. Было 11. Я одну просмотрела рекламку. Кликаем. Также за каждую рекламку нам 50 поинтов дают. На зеленую вкладочку нас перебрасывают на страничку. Мы с этой странички не уходим. Вот здесь идет таймер. Мы ждем вот этот таймер, когда закончится отсчет. Я пробовала переходить. Таймер останавливался. Все. Разгадываем капчу. Светофоры у нас. Подтверждаем. На зеленую вкладочку. Все. Нам зачет. Таким вот образом я просматриваю рекламку. Закрываем вкладочку. Далее. Здесь можно рекламить свои проекты. Это еще. Плюс еще рекламная платформа. Создать рекламу. Сюда название. Описание. Реферальная ссылочка. Количество кликов, сколько мы хотим. Здесь самое малое от 15 секунд. Далее, что у нас здесь? И стоит она, цена, обратите внимание, за 1000 показов 50 центов. Я считаю, это неплохо, ничего не завышено. Ну и у меня баланс, естественно, по нулям. Я вот недавно, только несколько минут назад зарегистрировалась. У меня нет средств. Тут внести средства. Сейчас куда меня перебросит. Так.
А на домашнюю страничку меня перенесло. Ну ладно. Далее вкладочка. Поставлю пока на оригинал. Партнерская ссылочка находится наша. Так. Здесь вывод. Минимальный вывод отсюда 1 доллар. Минимум. Видим. Пока нет ничего у нас. Настройки. В настройках тут нет ничего. Только изменить пароль. Далее, что еще у нас? Так, распределение вот здесь идут. Как бы распределение в долларах. Всего набрано очков. И обменный курс как бы идет. Значит, раз в неделю здесь это все распределение идет. Значит, далее вкладочка «Контакт». Если будут вопросы, пишем поддержку. Пишем предмет. Что у нас там? Реклама, финансы, текст. Разгадываем капчу и отправляем. Новости. Так. Ну, а здесь вот пятое распределение. Как бы четвертое, третье, второе, первое. И добро пожаловать. Около месяца назад он запущен. Стартовал этот букс. Вот. Далее. Здесь премиум у нас. Мы на статус фри. Бесплатно. И премиум стоит 5 долларов. Ну, я пока не буду ничего пополнять. Покупать. Поработаю. Посмотрю, что да как. И вот у меня 250 баллов. Пока вот и рекламку я потом все просмотрю. На кране это все поработаю. Ну и посмотрим, что мне тут начислят. Через 6 дней будет вот распределение это. Вот. И как наберется 1 доллар, естественно, в первую очередь нужно проверить на вывод. Будем надеяться, что все замечательно и проект платит. Так, значит, 1 балл. Вот здесь, видите, курс идет. Столько вот долларов, наверное. Вот. Ну, здесь вот аватарка, она у меня встала уже по умолчанию. А здесь настройки и выход. Ну, в принципе, это все. Хотите работать, работайте. Не хотите, не работайте. Я поделилась с вами информацией, ну, а решение принимаете только вы. Надо вам проект, не надо вам проект. Вот. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.